Ребята, у меня сегодня такое ощущение, что мы ничего не забыла сказать на каком-то канале, а не Лана на канале. У меня такой для вас очень-очень важный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какую мне тему для видео снять? Потому что пока у меня только 24 часа на кровати, а другие видео я пока не умею снимать. Пожалуйста. Вот сегодня в 6 у вас должны быть написаны все мои комментарии. Если они, конечно, открыты. Это что за звук такой? Ладно, погодите, а сейчас. Узнаете? Кто смотрит? А, ну, понятно, да? Вам не интересно, наверное? Если честно, мне немного скучно. Но знаете, что я хочу вам сказать? Моя подруга Наташа все никак с лагеря не приедет. Может быть, она к нам не хочет больше приезжать? Так, погодите-ка, пустите меня здесь. Сейчас я отверну и буду через 10 минут, будьте готовы. Посмотрите, пока я вот так. Ты все нужно ели. Это мы ставим. Вот так. Вы потерпите эту тематику. Действительно, ты не боитесь. Я что? Не обращайте внимания. Что это делаю, я вам пока не скажу. Потому что это секрет. Опа, Samsung Galaxy 30. Ребята, прошу прощения, смотрите. Ну, короче, потом доделаем. Ребята, послушайте. Значит, если честно, я хочу... Ну, короче, я сейчас опять буду 24 часа снимать. Вы очень долго эту часть вторую читали. И на счет 3 прыгай. 1. А, нет. Забыли кое-что. 1, 2... Ей! Ребят, послушайте, у меня сейчас не... Ну ладно, смотрите, какую собачку нашла. Ребят, давайте, знаете что, в следующий раз... Ну, такое чинное число, такое вот. Кто больше напишет мне комментарии, чтобы я поиграла в Roblox. Потому что я никак там просто зарегистрироваться не могу. Кстати, папа мне... Мы договорились с папой, чтобы он мне на день рождения как-то подарил. Ну, ребят, все, всем пока. Я попозже там все видео сделаю, окей?